правительстве региона произошли кадровые изменения. По данным газеты «Дагестанская правда», Сергей Меликов сократил количество первых заместителей руководителя администрации главы правительства Республики Дагестан до одного. Сегодня в СМИ также появилась информация о том, что свой пост покинул первый зам руководителя администрации главы правительства Артур Исрапилов, а следом за ним еще один первый зам руководителя Владимир Деревянко. Официального подтверждения информации пока нет.